Кіно на ТВ-РУС. Все эти истории о смертельно влюбленных – это просто красивые сказочки. И ничего общего с реальной жизнью они не имеют. Мне всегда хотелось, чтобы у меня кто-нибудь был. Когда мы увидимся? Я приду. Один день. Паша, я знала, что ты придешь. Твой папа погиб. Одна жизнь. Он умрет. Все мы когда-нибудь умрем. Одна любовь. Чтобы сказать все, что хочешь. У нас все теперь с тобой вообще все, понимаешь? Я боюсь за тебя. И тысячи людей. Мама, а мы сюда вернемся? Знаю за это. Для которых уже ничего не будет, как раньше. Не все солдаты хорошо понимают опасность, поставленные задачи. А это не всегда надо. Доза, которую он получил, критическая. У меня же нет никого, кроме тебя! У меня никого! «Мотыльки» в субботу на ТВ-РУС.